Привет, всем привет, народ! С вами снова Михаил. Всех сердечно поздравляю с предстоящим праздником, с 23 февраля. Всем желаю мужской части населения планеты нашей крепкого здоровья, удачи, везения. Значит, творческой карьеры, кто чего достигает, всем удачи. Значит, кто служит во благо Родины, тоже всем удачи. Значит, и сегодня был концерт, значит, тоже очень хороший, на который я ходил. Он произвел на меня определенный ряд впечатлений. Дима Плаксин, спасибо тебе большое за то, что ты такой молодец, и ты организовал вечер душевный, такой, знаешь, непринужденная обстановка была сегодня. Очень все понравилось, большое тебе спасибо. Вот. Кстати, мы в поле пойдем от клуба «Вдохновение» скоро. Да, дорогой Иван Федорович, я вас тоже поздравляю с 23 февраля. Тоже вам желаю здоровья, удачи, терпения в наших делах. У нас все будет отлично. Вы никогда в этом, ну, не сомневайтесь и не переживайте ни за что. Мы все вместе справимся, все вместе сделаем. Значит, всех, кого я недавно встретил на своем жизненном пути, это Дима, который, в общем, я не говорю вам, я сейчас буду ходить в театр самобытный при храме находится, вот. Ну, к храму относится он. В общем, театр такой церковный, но различные постановки будут с него. В общем, как досуговый центр тоже такой при храме. Вот. Мы сейчас будем ставить постановку «Женитьба» Гоголя Николая Васильевича. Вот тоже нашему театру хочется пожелать удачи. Нашему руководителю театра Дмитрию тоже удачи и скорейшего выздоровления, Дим. Очень все за тебя переживаем. Все мы тебя очень уважаем. Вот, спасибо за то, что ты меня принял, за то, что ты меня принял таким, каким я есть. Вот, и, значит, мы будем вместе продолжать работать, я думаю. Я согласен на твои все предложения, о которых мы с тобой обговаривали, да, детали. В общем, мы будем сотрудничать и дальше. Это я для себя уже решил. В общем, тебя тоже я поздравляю, пользуясь случаем. Вот, и желаю тебе крепкого здоровья. Поправляйся, пожалуйста, скорее, и начнем наши с тобой дела. В общем, всех ребят поздравляю с праздником. Денис, я тебя очень сильно люблю, ты мой самый дорогой одноклассник, ты мой самый любимый одноклассник. Я вот не кривя сердцем это говорю, да, всем ребятам, и, конечно, я тоже передаю привет, всем здоровья желаю, Сереже, Лёше, всем привет. Но вот по случаю судьбы, по воле случая, в общем, благодарен тому, что у меня есть такой замечательный, отзывчивый, во всяком случае, отзывчивый Денис. В общем, я тебе сейчас желаю терпения, удачи, здоровья, в общем, крепкого тебе. Несмотря на то, что были тут ряд неприятностей, я думаю, что черная полоса у нас уже будет где-то позади. Вот, и мы, значит, вместе справимся во всем всегда, я тебе всегда это говорю. В общем, всех я вас, всех своих друзей я очень сильно люблю. Вот, пользуясь случаем, Рашат, дорогой мой, если ты меня видишь, это видео будет даже на Ютубе, на моем канале.
Если я тебе в Facebook скину ссылочку, заходи, пожалуйста, в Facebook. Мы с тобой давно-давно не общались, и почему-то твой номер тоже заблокирован. Я, наверное, ты поменял номер. Очень сильно по тебе скучаю, очень тебя люблю. Вот, в Азербайджан привет, вот посылаю и тебе, Рашат, и своей тете. В общем, всех вас очень сильно люблю. Всем привет-привет. Вот, что еще хочется пожелать? Всех своих братьев, всех двоюродных братьев, в общем, всю нашу семью, мужскую половину тоже поздравляю с 23 февраля. Вот, и, значит, что касается, значит, сегодняшнего вечера, сегодня вечер был настолько, ну, произвел на меня впечатление на самом деле. Дим, вот опять обращаюсь к тебе, к Плавсину. В общем, так держать, Диман. Ты большущий молодец. У тебя сегодня все круто получилось. Огромное спасибо, хочется сказать, работникам поле. Вы, ребята, молодцы. Я уже знаком с вашими ребятами, некоторыми из них. В общем, кто меня узнает, всем большой привет. Всем огромный, вот, и тоже вас всех с праздником, в общем, удачи всем, очень сегодня такой крутой день получился, неожиданный, предпраздничный, и на работе меня поздравили, тоже пожелали, дорогие мои сотрудники, коллеги, спасибо вам большое, в общем, всех вас тоже благодарю за поздравления. Вот. И, в общем, всем удачи, дорогие мои. Всем терпения, всем здоровья и всем пока-пока. Ну, а следующий мой влог будет выходить уже тематического характера. Я еще пока не определил тему следующего влога, который у меня по тематической планке будут выходить. Но вскоре эти влоги будут место иметь продолжение выходить на мой канал. Просьбы ваши тоже будут все учтены. Мы будем вместе работать. И всем удачи. Всех поздравляю вас с праздниками еще раз. Всем удачи и всем пока-пока. С вами снова был Михаил. И до новых встреч. С праздником!